Всех приветствую! Сегодня в моем обзоре железнодорожный экскаватор Bucyrus от компании TWH в масштабе 1.48, так называемый O-Scale. В комплекте идет такая брошюра. Здесь приводится краткая история компании Bucyrus. Также имеются исторические фотографии. Также приводится история о строительстве Панамского канала. Во время строительства Панамского канала было использовано 77 паровых экскаваторов Bucyrus. Итак, спереди можно видеть опоры. Они опираются на такие вот деревянные бруски. Все эти опоры подвижные. Также убираются во время транспортировки. В комплекте идет небольшой отрезок рельсов, на котором он хранится. Так, снизу можно видеть цепи, которые перекинуты через оси. Они используются для привода колес. Также можно видеть подвеску, вполне работающую. Здесь также можно видеть поворотный круг. Стрела выполнена очень качественно, очень подробно. Также показано множество заклепок. В те времена еще не было сварки. Также на стреле имеется лестница. Небольшая площадка. Скорее всего, здесь стоял человек и дергал за эту веревку. Внутри также показано множество деталей, механизмов. Также показан паровой котел. Такой вид спереди у него. Также сзади можно видеть надпись Bucyrus South Milwaukee.
На шпалах также можно видеть структуру дерева. Для подъема ковша тут используются цепи. Также очень качественно показан напорный механизм. А сверху имеется защитная лента. Задняя стенка открывается. Можно увидеть паровой котел. А также имеется лестница для подъема на крышу. А наверху можно видеть дымовую трубу. Также показаны растяжки, которая ее держит. Также крышка открывается. Так, теперь посмотрим движение экскаватора, его элементы. А также можно видеть, как находит шток. Также напорный механизм.
Также имеется поворот стрелы. Как раз для таких случаев и нужны вот эти опоры, чтобы он не перевернулся. На ковше можно видеть 4 больших длинных зуба, также множество заклепок. Также в машинном отделении можно видеть рычаги. Также можно внутри лебедку видно.